яхтам и так далее. Это здесь мучал, все обозначено, очень, очень красиво все сделано. Зимой подзарядка электрическая есть для них, аккумуляторов его могут. Ребят, если будете в этом месте, я советую город, просто вид обалденный. Посмотрите, пожалуйста, вид. Горы, очень симпатичный, милый. Отдыхать, потому что компьютеры работают, они перегреваются и потом тоже ломаются. То же самое человек, если не отдыхает, тогда он устает и тоже, естественно, ломается. Поэтому, ребята, я рекомендую очень хороший и продуктивный отдых и дешевый, эконом-отдых. Можно бывать, на самом деле, очень в хороших и красивых местах за умеренную цену. Рекомендую всем. Если вам это понравилось, тогда, ребята, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Это красота, ребят, посмотрите. Смотрите, сколько ежиков там живет, смотрите. Ваш просмотр, за милые комментарии и тоже за ваши лайки. Вам огромное и желаю вам приятного. Ребят, возникает внимательно. Это песок, он такой немножко каменистый, маленький. Он, видите, как проваливается нога ваша. И это особенности. Смотрите, какой берег. Наступаем и проваливается нога. Она тепленькая. Так это выглядит, ребят. Вон там вот немножко есть. И здесь, посмотрите, очень интересная картина. Отплывает корабль. Пиратская тема. Но мы посмотрим на отплыв этого судна, которое покидает этот порт этого города. Кушать блюдо называется саганаки. Это национальная кухня Кипра. Ребята, в Крите, в минойской цивилизации, в самом сердце. Ребята, всем привет! Я нахожусь в магазине. Мы тоже дали попробовать напитки местного производства, вино. Вот экспериментируют такие вещи. Вот здесь, на Крите, здесь очень мило. Всем привет! Время для того, чтобы не платить за трансферы большие суммы. Ребят, ориентиры. Здесь находится остановка, где откуда автобусы. Большой такой магазин. Самое интересное, ребят, что автобус отправляет. Ребят, я пробую стоп. Ребят, я еду уже, что вот, еду прямо в аэропорт на
вот, ребят, я приехал уже в аэропорт. Всем приветики. Ну, я уже нахожусь в самолетике, вот. Так что буду наблюдать и смотреть интересные пейзажи. Тоже на Крита. Всем удачи. И ссылки, они будут находиться в описании. Поэтому посмотрите, пожалуйста, описание. Там найдете... Вы перепроденьте голову через отверстие. Достигните ремень от регулирования.